В детской музыкальной школе имени Курмангазы состоялся юбилейный 25-й конкурс творчества «Бүлдіршін-2024». Юные звездочки представили на суд членов жюри яркие творческие номера. В отборочном туре творческого конкурса «Бүлдіршін-2024» приняли участие 60 детских садов с более чем 120 номерами. Лучшие из лучших приняли участие в городском этапе конкурса, победители которого примут участие уже в областном этапе. В конкурсе есть 4 номинации: хореография, вокал, художественное слово и детские оркестры. Что интересно, радует, дети очень творческие, очень музыкальные, и много креатива среди руководителей, что находят разные пути выступления. Из 57 номеров отберут лучшие и направят на областной конкурс. Фестиваль проводится уже в 25-й раз, поэтому конкуренция высока, и подходить к его подготовке нужно было основательно, что и делали малыши из детского сада номер 33 города Павлодара. За такой короткий срок, за 3 месяца, мы выучили такую сложную песню. Я думаю, что девочки очень хорошо отработали. Очень даже высокий уровень, я считаю. Все то, что какие-то рекомендации нам давали на первом туре, мы выполнили. И сегодня вот выступали перед вами. Маленькие актеры и танцоры радовали гостей своими выступлениями на сцене, демонстрируя невероятные таланты и веселый настрой. Фестиваль стал ярким событием, и пусть каждый ребенок продолжает развиваться и воплощать свои мечты в реальность, вне зависимости от занятого места. Валентина Леонова, Жанна Салсерикбол, Алексей Мехедов, Ертыс.